Итак, квадратный узел. Закрепили две нити на основе. Квадратный узел придется из четырех кончиков. Делим их на два крайних и два тех, что в центре. Берем крайний слева. Подводим под крайний справа. Теперь крайний справа подводим под все три нити. И протягиваем. Теперь все то же самое в обратном порядке. Берем крайний справа, подводим под крайний слева. И крайний слева протягиваем под все три нити. И затягиваем. Повторим. Крайний подводим под все три нити. Опять крайний и под все три нити. Еще.